Мемориал в ТЭИ, Григорьопольский район. На месте президент в память о погибших солдатах возложил цветы. Мемориал открыли в 1989-м. С тех пор не ремонтировали. Плиты с именами стали разрушаться, фамилии практически не читались. Теперь все новое. Работы начали в прошлом году за счет фонда капвложений. У памятника заменили постамент, на стене новые гранитные плиты. Как было и как сейчас стало, это две большие разницы. Это гранит агресс, да? Нет, это не гранит агресс, это плитка, мы подбирали специально для уличных работ, очень высокой прочности. Да. И также клеи применялись специальные. Так, чтобы не посыпалось. Да, тут для плитки один, а для гранита совершенно другой клей, чтобы плиты держались. На граните фамилии воинов-освободителей и уроженцев двух григорьопольских сел – Теи и Токмазеи, погибших в Великую Отечественную. Сюда на праздники и дни памяти приходят местные, а еще жители соседних сел и не только. Вот этот человек, к этому человеку приходит каждый год, и даже 3-4 раза в год приезжают родственники к Белкуну. Это освобождал какой-то. Да. Приезжают с Одессы, приезжают родственники, кто там, внуки. На мемориале работы продолжат, старые кусты самшита уберут, посадят хвою и розы. Это предложение президента.